Антарктиду уже. Наша брендовая башня, которую мы с детства знаем, слышали, прикольно. Эти глазки на ней. Целый комплекс из мрамора белоснежных сооружений, включая Пизанскую башню. Пизанская башня одна из трех сооружений основных здесь, на этой площади. Просто мы знаем больше именно Пизанскую башню. Ну вот она. Пизанская башня. А тут она как-то незаметно падает. Она вот с другой стороны ее видно, да. Да, тут такие красивые. Как по-другому не назвать, потому что непонятно что, да? Нет, башня конечно красивая. Да, очень красивая. Падающие. Да, ну вот, конечно, это башня. Откатываем, падает она, конечно, не будет. Да, нет. Прям вообще заметно. Конечно, Невьянская башня отдыхает по сравнению с этой. Слушайте, вообще так. На тон такой заметный. Да, вообще. Я помню, читал, что итальянские архитекторы